урона больше, у него брони 5к. Какая разница? Типа, так я бы... не понял, что, по какому плану ты работаешь? У меня брони 11500. Если была всё, физуха, тихо, мы бы сапог тихо, не пили. Тихо. Это, Войд, как будем бить? Хан будет бить, вместе стоит и будет бегать от взрывов. Ну, пускай бегает, блядь. Потом или посмотрим. Просто он будет бегать. Я буду стоять или как в тот раз, или прям бегать за... Бегать? Бегай. Тебе Лингрен объяснил, ты понял? Вот а, ты... Да, я не, понял. Ну, нет, блин, не понятно, тогда, блядь, тогда он может побить. Сказали, так я не понял, забить, да? Тише. А, короче, ты просто своего пета агришь, бать, а сам бегаешь где-то вдалеке. Да, пет ты, будет вот, там дамажить за тебя, бать. Какой из, блядь, тактик мы бьем, потому что обсудили три, нахуй, по итогу, блядь, вроде кто-то бегает, но не я, по итогу я, блядь. Я вот против. Не, мы просто хотели же как сначала побить, что типа хан стоит, бьет босса и, ну, и он вздыхает. Отходит. Он вздыхал. Нет, хил, да, был? Нет. Мы начали второй раз бить, на меня частицу повешали, дала без шелды, я жив. Ой, блядь, заебешься вас слушать, нахуй. Ты бегаешь далеко, нахуй. Хан. Короче, все. Бегаешь далеко. Все, пиздец. Все остальные знаете, что делать. О, мы открываем, смотрим. Вары. Вы. Апротик. На это, саппорт у Одикона есть. Вары, вы начинаете с пула, ну там, я не знаю, ну, хуй знает, секунд 40 пройдет там, и уже смотрите в агро, кто лезет, типа. Там фишка такая, что он скидывает ударом этот 20%. Сколько? 20, да, в описании, не помню, 25. Короче, 20. Саппортик один. Отталкивание линканите. С книжки у меня забагалось. Вот, это означает, что если у челика 90% агро, это уже стопудово, он цель, его нужно скидывать. И будем... Вот, отталкивание. 25, нахуй. Это уже получается... Сколько? 85? Это уже получается хуёво. То есть, если 85-й по агро будет этот... Короче, просто, ну, ебанет его, блядь. Вот, поэтому вы с пула начинаете раскидывать эту хуйню. Раскинул, дальше дамажишь. Вмешательство, 2 вара. Вот, а по этим... Ну, давай, паладины, будете на 90% кидать. Чё, ты на боссе, да? Да. Только подождите, на 90% агро в ОМ не смотрите, но где-то через секунд через 40, не знаю, боя. То есть там первый... типа до половины хп босса вообще это не имеет значения, потому что любой кастер или ДДшник может просто остановить урон, и он быстро скинет агро свое. А после 50%, когда цифры зашкаливают, тогда вот надо скидывать. Они зашкаливают от того, что количество, которое мы набираем, оно большое. И когда скидывают... Ну вот 25... я про это и говорю, тебе 25% много улетает. Также и сальва, она будет больше сбрасывать, поскольку она сбрасывает процентами. И также, наверное, вмешательство. Я не знаю, как оно сбрасывает, но, скорее всего, процентами тоже сбрасывает. Короче, ладно, похуй. Мне 10%, короче... то есть до вот этого, когда у тебя 100к агро, и ты перегоняешь танка, ты можешь просто, ну, у меня, например, убрать облик в кошку, попятиться, и я скину 5% агро, это довольно, ну, низко меня опускает в начале. Потом это просто не работает после половины хп босса. Поэтому мне приходится стопать и довольно надолго, на все ЗО, грубо говоря. Там бидон отлетел. Куда он, блядь, отлетел? Походу. Я сейчас, под секунду. Чех работы, интернет. Без бидона сможем? Я хуею, блядь. Без бидона нельзя. Рарник, то сфера дает квестовый итем, за нее шея 277. Да. А призн где? Или можешь посмотреть. Призн ушел, нахуй. Шея, блядь. Ну, 10, да, шея, скорее меткость. Тогда хэлов, хила и берем кого-нибудь еще. Шадоу. Нам я что нужен. Там? Ну, на себя крит меткость, на ловкость. Там крит хоста есть, шея. Это на кастерах каких-нибудь. А, вот это? Вроде она, нет. А, да, крит РПБ. Да-да-да, она. Ну это на... Ой, блядь, ебануться. Морфомбо-то. Это откуда что такая шея? Это... с этого? Да, он со Лёха сферы уже... вот этой здания. Записывая шею сейчас на данный момент там. А где взять такую? На кого она описывает? Скеля сферу выбивает. На много кого она описывает. Ну, кстати, видел одного мучения. Или в магазине покупаешь. А что, продают? Да, на кое нужна с магазина вообще. Да, РДД шея есть, может шагнуть? Вот и новый швот, да, добавили какой-то. Там уже 4 куска Т5 добавили. 4?
Бисово, теперь да. Смотрим вот сюда, нахуй. Во, я сейчас линканул в этот вейчат. Ну, это на тебя. Это статы, пиздец. Охуенно. Не, кстати, ошейник прелести норм, но с геры. Это вы чё вообще линкуете? Что-то я не в курсе. Вот, 4 кольца, ой, 4 шеи линканул, это вот скеля падает, вот квест. А почему? Книжки не отображаются, но он типа есть, да? А, да, через этот слут можно посмотреть. Я удалил нафиг, мне помойка полную дает. Ну, у меня вот новый стоит. Вот, 4 января. На один хуй, на РДД получается сланы пизжи. Ну да, там он крит меткость вот, лучших остатков. Ну это кому как, типа на РДД. Ну, кому? Но сова меткость носит на шее. Тоже верно. Ну там на РПАЛа, там что-то крит хаст и батье. И желтый сокет. Какой? Ну, да, это раз на сокет. Что-то. Погодь, Алар хороший, это, да? Угу. Скорее всего, да. До 9 до 10. Ну, я ее зашел. Забирайте его. Что вы сидите? Ну, может, посмотрю на мой телефон. Так, не из тебя слышу. Извиняюсь. Может, ищем ДД и погнали, а то осталось всего ничего. Ридар. Второго ридара, к сожалению, нет лишнего. Что-то как-то крита маловато, блядь. Слава, кого оставляем? Shadow или Эю? Ну кто больше дает? Эйя, по-моему. И кто агро скидывает? Ну, агро ШП скидывает, ну маг там тоже. Ты сидит рулде пока. Да не скидывают ШП огромный. Скидывают, уход в тень. Не скидывают. Она его уменьшает на время, возвращает обратно. Просто его скрывают, да, на время. На 10 секунд, ну за это время это успеет хотя бы. Она агро не уменьшает, он просто уходит. Это то же самое, что просто не бьешь, останавливаешь. Ну, как у мага этот копии, он когда выпускает зеркальное отображение, он же тоже просто останавливает так. Его ломаны, но потом просто возвращает. Сразу скажешь, чтобы танк набрал. Если сдохнешь, сразу скажешь. Сопрот дайте. Вадикону кинь обмен. Подойдите к медведю, хули вы там стоите? Кроме ханта. Хант на другую сторону уйди. Уйди дальше, блядь, сдохнешь. Сопроты раздаю. На нашу половину шарика вот этого круга не переходи. Тебя кихант. Мне так страшно, нахуй, пиздец. Бойся. Сожми яйца в кулак и не разжимай его. Прокер не забыли? Геру. Я себе, он ее просто, блядь, он их катапультирует тупо, блядь. Он нас просто убил, но. А, я понял, вам там тоже, да, хуйня? Я понял. Это хуйня, ебан. Надо было сейф отдавать было. Падайте. Ты не успевал всех засчитывать или как? Я просто не вкуриваю. Надо было. Я не успевал отхиливать еще. Не успел, но. О, Валера там. И вы не под сопротом еще. Кто он? Синтек красный, чей ему кидает? Кидаю, ебать. Я ж сам предложил красноярск кидать.
Нет, мне даже не интересно нахуй на нем находиться, он просто шотает рейд. Ты в хиле, что ли, Хэва? Ну, конечно. Ну, да. Где ты хила возьмешь? 70к. Ой, блядь. Я бы лучше 2DC шел, нахуй. Бесполезно. Да, бесполезно. Ты щитки-то на весь рейд кинул? Кидаю щитки, щитки, их слетают, их слетают. Хули. Ну, давай, блядь, попробуем. Ладно, Хэла в ДД, а Рианти в ДЦ. Надо, чтобы щитки на 25 были, а не на 12. Просто холик. Ну, нам нужен холик. Не сможет сделать, мне кажется. Нам нахер не нужен ДЦ, а второй, нужен холик. Ну так, блядь, нехуй делать на боссе, понимаешь, если мы падаем так. Надо, чтобы рейд живой был, нахуй. Хули холик, блядь. Ему... Ты в холике тоже ты не захилишь, хули холик. Че, вы реснители меня бежать? Я нет, но я знаю, кто это сделает. Никто не захилит это, блядь, 4 хила. Вот 2 ДЦ, блядь, вы хоть рейд засчитывать сможете, и друид потом поднимет. Исповеди в себя, блядь, и все, и пиздец. Исповедь этот, на начале коста даешь там связующую, нахуй, исповедь, и хуяришь, и все, и пиздец. У чаликов любого, и все, и захилено, блядь. Я не знаю, мне кажется, пятый хил нужен. Хуй знает, 4 это хуйня. Просто ДЦ добавлять, хэла не убирать, ДПС еще. Да тут в 4 должны справляться, по идее. Ну, типа, ну я не знаю, он один каст даже не даст с цепной цепухи, блядь. Это 4 человека захиливают, а падают, блядь, вон сколько людей. Нету такого отхила. Ну, в ДБМе указано, ты можешь просто заранее каст давать. Так заранее каст давать, смотри, он топает 3 раза, но. Он ну топает... да, ты первый раз захиливаешь, и уже, ну, 2-3 человека точно выживают. Не. Там каст полтора. Ну кого? Секунды. Там один раз поднять тело, то есть ты получаешь 36, грубо говоря, к урона. То есть ты один раз поднимаешь, у меня 28 усовые. У меликов за 30-ку, ну, не считая разбойников. То есть, ну, один раз поднимаешь, и уже тело не умирает. То есть, неважно, за остальных 2 удара, типа, если ты один раз ему хп поднимаешь одному телу, не надо его фул захиливать. Дальше урона не идет просто. Тебе надо просто сделать так, чтобы он не умер. Да, один удар, то он треть хп сносит. Ну да, я, ну типа по 12к максимум он наносит, 12, типа там 8-12к. Мне сейчас одного ГКД не хватило, чтобы нажать ложный тип. Я и говорю, типа 36к он наносит максимум. Прикинь, вот этот удар. У 26, типа 28к у кастеров, у латников 30к хп, у разбойников, я не знаю. Ну тоже 28, да, 26к. Ну 30 есть, наверное. Ты просто даешь эту цепуху за одну секунду, ты ее кастуешь 2 секунды, за одну секунду ты даешь ее, ну, каких-нибудь этих, чтобы первый удар ты захилил по кастерам. Сколько щитов дал? И дальше дал? Мы играем дальше. То есть, ну, там кто-то щиты дал. Сколько щитов дал за вот этот трай Мордаун, посмотрите. Мордаун 12. 8. Ну и что это? Ну и что это нахуй? Так мы после первого удара вайпнулись. 12 щитов он дал. Ну так смотри. Первые 3 удара мы умерли. Да, сам майна будет, не сэм. Ну да, конечно. Это тебе надо за 10 секунд до пула еще считывать. Успею, да. А потом, я на вечере все делаю. А потом, когда пройдет каст, сколько ты дашь щитов? Также 12 успею. Дашь, а 12 будет без щитов. Какая разница, 2 ДЦ, это хоть 10 ДЦ. Да, конечно, будет? Какая разница. У них ослабленная душа, если 15 секунд. Я должен заранее все считать. Даже если я засчитаю их, успею считать их перед ударом, у меня все это секунд 5 здесь будет. Я буду секунд 5 просто чилить, там, не знаю, там, прыгать на месте, скажем. Хуяли чилить, ты МВшку ну, кидаешь. Ну, ДЦ 15 тел считует, правильно? Так же я успею всех засчитывать, нормально все. За 15 секунд ты не успеешь, между костами 15 успею. Секунд. Ну, тем более... А хуяли ты успеешь-то, блядь? Смотри. Человек 25 в рейде, а не 15, нахуй. Тогда надо массейв просто сдавать каждый раз, под каждое удар. Сколько массейвов в рейде у нас? Вообще-таем. Считай. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, так, девять, что у нас, десять. Нихуя, ты где стукнул? Одиннадцать. Ну хорошо, если, я не знаю, конечно, этот, как он называется там, у друидов, если пачку хилит или все вместе? Это не массейв, это залупа, блядь, это хуета. Ну, блядь, могут я прикич билд делать через массейв, без ИМА.
Я хуею нахуй. Мне похуй, как хотите, хильте нахуй. Вот давай еще трай смотрим. Вот как вы прям хотите. Вот как прям стопудово никто не сдохнет. Давай. Хорошо. Просто ДЦ соло не сможет спасать весь рейд. Он просто не приспособлен для этого. Он приспособлен, чтобы 12к поглотить нахуй. Останется захилить 24. Ну так у него, он может сделать только 15 щитов, поскольку у нас... Вот я об этом уже талдычу, сколько времени нахуй, всем поебать, давайте по-вашему играть нахуй. Подходите сюда нахуй. Хули. Там в тот раз спекнули двух бичей, один в ДЦ играть не хочет нахуй, по итогу тоже рейд упал. А что я буду делать нахуй? АМВшка, исповедь, это что? 5 секунд ты стоишь до удара, блядь, за 10 секунд весь рейд защитован двумя ДЦшниками. Потом ты МВшку кинул, стоишь, ждешь удар, даешь связующее, в конце связующее даешь нахуй исповедь. Все, у тебя весь рейд живой нахуй. Исповедь, две исповеди нахуй, это весь рейд прохилят тысяч на 5 нахуй, ауешкой. Потом этот самый свет небес, блять, один каст пройдет и буйный рост. Все, никто не сдохнет никак. Буйный рост, смарт-хилка, блять. Я вообще не понимаю, что вы сложно спорите. Да похуй, ну типа, давай трай дадим, я посмотрю, как сейчас будет нормально в кавычках. Частицу на ханта можно кидать, он там за 60 метров или что. Герл. О, заебись, захилили. Ебать, у меня тут контент, нахуй, я ебу. 9 секунд у меня сейчас на World Flex тусуюсь, я без щита он будет. Сори, по бигдему дашь. Ну, бигдем в инвизе был наш. Как откадышится. Следующий Кирсори по рависту. Следующий бигдем по вордфлексу. Подикон сдох. Дуйте на 2 литресы. Стяжки будут. Подикон ресы ворда. Сори по заканычу, бидем по инвизиблу. Я гим сдал. Баф помогу. Уходы в тень по КД, Рианти Шелфир. Ну это что это? Рави стрессы. После тяжкого встанешь. Лес и вставай. Губа в пороге. Кирсори по рависту. Пикдем по Рианте. На пулу на Евилашу. Все. По инвизиблу. И по закану еще сальвы кто-то. Только озвучьте, если даете. Сейчас пошотает кого-то. Вот видишь, уже шотнуло нахуй. Это хуйня нахуй.
Да и хули. Этот. Дал БР, короче. А сейчас как агро набирать? Да никак нахуй. От кого на поле? Войда. Ну, видишь, как заебись. Надо смотреть, что будет на этом, на реворке, что они там выкатят. Будет ли что-то по агро изменяться нахрен? Вряд ли. Я не знаю нахрен. Ну, я знаю, что в 2Т5 есть аура пассивная, которая там 10%. Сменится агро только в Т5. Ну это да, агро только в Т5 меняется. Там, ну не будет такой хуйни, что типа кто-то там рвет и еще что-то. Ну и все, кули, кули, смысл дальше. Что по клямах осталось? 29% осталось. Ну, хули, минута до берсы. Минута до берсы. У меня показано, что 5. MVP Hunter, ну, это минус 4, делай. Босс ебанутый, нахуй. Ну, тут даже, блядь, я не знаю, даже 10 минут ему берсу поставишь, видишь, у нас полрейда лежит. Хули толку, нахуй. Я не представляю, как его бить. Ну, если бы 10 минут было, у нас просто было бы 3 танка и 5 хилов. Ну, так-то да, блядь. Вот, так как мы, блядь... Не, ну так как мы падаем, можно списать на то, что вот эти челики, которые упали, они, если бы не упали, и мы бы где-то что-то добили, блядь. Да у нас такого ДПСа нету, нахуй. А у вас какие-то... У вас какие-то бафы, что ли, на снижение игру? Ой, снижает у вас игру. Блядь, рарник, нахуй. Ты только проснулся. Да. Еще ты пришел. Добрый вечер, блядь. Смотри, вот я сейчас скажу тебе. Вот у нас в рейде сейчас раз, два, три, три приста. С момента того, как я изданул божественный гимн, ни одного гимна не было. Можно было сдать три гимна, захилить пол рейда, успеть. Потому что даже если вот я один читую, я успел считывать третий, четвертый, пятый. Пусть даже живой будет. Как мы агро будем скидывать? Да никак, ну не знаю, ну а как скинуть агро? Если вот, ну вот если, скажем, как говорится, ШП не умеет скидывать агро, и Сова не умеет скидывать агро, ну как он скинет агро? Сдохнет, пойдет, все. А у ДКшника нет таланта там на скидывание? По-моему, есть там, нахуй, ну-ка. Так снижение агро где-то есть таланта, по-любому, у всех. Вот у Лока это просто ебать, раскол души ебать, и все. Так и не захилят, таланта, потому что... Талантах есть у тебя, что-то снижение агро, посмотри. У Лока точно есть. Ну, Лока точно есть. Лока раскол души, просто 50%. Ну, у тебя еще талант есть. Талант от детской школы уменьшает вырабатывание агро. На 30% что-то снижение. А че маги так мало дают ДПСа, нахуй? Вот по 15-16 сам внизу, блядь. 2-800 миллиона на абсурд. Умирали вот эти. О, 15 кадал. Только сейчас я так щитов дал, скажите мне кто-нибудь. Я не знаю, как сейчас делать. Скажу. А, ты дал 261. Вот видите, 261. Плюс еще гимн сдал на первое. С чарками на хил, это хуйня полная. Плюс еще гимн сдал. Нет, я вас спрашиваю вас. У всех чарки на хил, не прокает чарка на энергию? Но... Не, чарка на энергию прокает. А чарка на этот, как он, ревностный не прокает, видимо. На туре надо чаркать. У меня ревностного нет. У меня есть хуйня, которая в 5, раз в 5 секунд хилит. Ну давай посмотрим. Но она тут не спасет. Тут пиздятина прилетает конкретная. Ложный выпад хорошо спасает. Ну, ложный выпад, я сейчас жму, типа, и все охуенно. Слушай, а тут, кстати, нету... Ну, если у вас такой чарки, она была где-то? Тут нет захили ничего. Какого мага убрать можно? Меньше дает? Кто больше подал? Маги, кого с вас убрать можно? Я-то хуй знает, я не ебу. Да мне без разницы, можно у меня... Кого это? Флексон, я тэпуюсь. Давай. Здесь я нового фрости агро буду рвать. Хэлла в этого в хила. Этого возьмем, сейчас посмотрим, как два приставка. Да у тебя арго, чудичка. А
что, ледяная преграда спасает? Нихуя. Тебе Свейда не надо? Ну как, она первый топот сразу меня сбивает, и потом два других убивают. А как ледяная преграда, блядь, защищает? Она же вроде этот... Там весь урон. Там абсурд. Ледяная преграда у мага? Она увеличивает урон по тебе. Чего, о, блядь? Бомжи какие-то, не слушай их нахуй. Увеличивает урон, блядь. Ставь шкаф нахуй, заебали, блядь. Не, я вот вижу ледяная преграда. Ну, типа... Сука, преграда, блядь, давай шкаф и давайте, блядь, время идет, ебать. Да, да, шкаф, ебать. Рыба стоит. Ну. Мы как играем, 2 ДЦ? Нет, я не ебу, холиком. Как хотите, мне похуй. 5 хилов. Давай спекайся в холика, посмотрим, что будет с холиком ДЦ в пати. Ну, типа, если тело упадет, то холик говно. А вы это, кстати, поставьте меня в пятую пати, хелло. Давай. Нифига да. Туда, во. Люди ж как-то проходят, блядь, в 2 танка и в 4 хила. Ну там другой состав немножко, циферки может быть там другие, блядь. Хилы одеты, там может быть хилы одеты лучше. У нас нету такого ДПСа, чтобы, блядь, так проходить. Ну, и ДПС, и хилов. Всего, да. Элем, вот сам Хэлла же играл тогда, я его не видел там в Омане, нахуй. Может растянуть Оман побольше. Сука, вы будете тыкать? Блядь, я хуею с вас, нахуй. Нахуй мы просто так, что ли, сидим тут? Ты имеешь в виду на этом? На Солярисе? Нет, на этом, на вот этом, на роботе, блядь. Не видел тебя в Омане. Hyundai Solaris, а. Сейчас я Оман растяну побольше, нахуй, позицию. А можно стамену, стамену? В агро, по хилу, как бы. А, ты имеешь в виду... Блин, я хилил сейчас. Я ты сейчас хилил. Лапку. Ты в 5 хочешь хилов или что? Ну а как? Попробуем сначала в 5, если ну, давай, будем справляться. Да. Надо, чтобы никто не упал. Не вот в 5 ну, да. Стопудово, чтобы никто не упал. И тогда да, посмотрим. Мы справлялись в 4. Почему опять в 5 играем? Ну, давай заебал. Попробуем. Это. Мы же, это... блядь, траем его. Мы тренируемся, ебано. Чё вы мозг ебёте? Мы его, блядь, ниже 40% не убивали никогда, нахуй. Здесь босс не агрится. Бафните, пожалуйста, интеллект и дайте огурь. Короче, смотрите. Короче, смотрите, надо, ну, я не знаю, если вы. Это, есть шеве там и незыбка и прочая хуйня. Если, допустим, на челика кидается на ДКшника, да, смотришь, незыбку даешь. Если сова, ну, стопаешь дамаг. Потому что да. Ты никак не спасешься, робот шотнет нахуй. Вары шеве, а эти самые, этот самый. И когда вы эту хуйню прожимаете, незыбку и шеве, вы стопаете дамаг. То есть вы просто стоите ебалом и смотрите на эту хуйню. Все, и ждем, когда, ну, доберутся танки там. Это блять, еще хуево, что хан бегает, это да. Тоже минус на пол, нахуй. Я, наверное, настрою эту, настрою, как это называется, там, хуйню, там, гим, вообще, там, сразу, там. Короче, ты гимны говори, если не уверен, что там где-то что-то не хватает, щитка, нахуй, вон у тебя Руанти, Шанфир, не люблю, Мордаун, нахуй, говоришь, там, ну, первый, допустим, дал сам на свое усмотрение, потом смотришь, ага, этот каст вроде как-то хуево прохили, а тут, блядь, щиток КД, или исповедь КД, или что-то там КД, хуяк, следующий удар, Руанти, гимн на ХП дашь, все, он даст, и все, блядь, и так и говоришь, нормально будет. Хуя, посмотрим. Аба. Ты сейчас что говори, ну, в кого на пол? Так, да я чёрт. Я в ахуе. Ты что, на пол на холидринка был, нахуй? Да, каким-то образом шар улетел в вас первый. Рис его диконова. Я просто, я не знаю, что сказать, нахуй. Лучше промолчать просто, на. Правильно. Герой. Им сдал первый. Вот, а сейчас еще массакра была, блядь. Массакра, мне кажется, лишняя была. Окей, на следующем это Даш, Клэп и Гимн. Я боюсь, не захилил.
Кирсори по рависту. Биг Дэм по Одикону. Я в Одикону камень дал. Я под жопу стоит. Гляньте, гимн ХП сейчас дашь на этом сейчас не зыбка, ударе. Сейчас не зыбка, видишь, висит. А, все хорошо. Вот он сдал, заебись. Вот и все, вот и нету нахуй своего. Вот все, остался один, но не любишь ты. Сейчас еще это переживем, как бы. Нормально все будет. Биг Дэм по Шалфиру. Кирсори по Закханычу. Рарник сальву по Закханычу. Лидринг сальву по Рависту. И... Ну вот видишь, 5 хилов нахуй. И гламур сальву по Вадикону. Тём, готовься, сейчас на этом клэпе будешь давать гимн. Друид инвалид, резай, встанешь после этого. Резай. Фулл баф по нему, каску лапу пристабав. Кирсори по бигдему. Бигдем по Шалфиру. На полную Вилашу. Кирсори еще раз по бигдему, следующий раз. Бигдем по Рианте. На пол на Войда. Бигдем на Рианте. Кирсори следующий по Рависту. Если вдруг поменялось до того, как откатилось, то меняйте цель. Ну, в смысле, на кого говорю, вмешательство. Когда сальва откатится, скажете, Рарник. Минус Равист. Срефагра? Я сейчас буду скрипом. Да, на полную Вилашу. Ну, видишь, а там уже разница в 20 тысяч агро. То есть сейчас будет просто шотать весь рейд. Мифик, раскол. Кирсори по бигдэм, бигдэм по Рианте. И за этим не любишь ты. Ламурщина сейчас откатится. Сальва откатится, да? Да-да-да, 10 секунд. По инвизиблу дашь. Бигдэм готовь шиве, если на тебя выберет босс. 15 секунд. Бигдэм шиве, бигдэм шиве, бигдэм ахили. Минус, минус, нет, не упал, все нормально. Не могу шиве нажать. А какого хуй ты не можешь? Мана. Знать, у меня есть кнопка шиве забазовывать. Может сало было? Yes. А вот нажал, да, сало было. Кого-то ты напушил, чтобы он развернулся. Вода? Да. Чё, кринж нахуй. Не, ну я не знаю, ну типа, я рот ебал, ну я хуй знает. Я не знаю, куда, как сюда приходить надо, чтобы, блять. Это не просто кринж, это залупа какая-то, хуйня она. А третий танк, наверное, нужен. Наверное, ну. Третий танк ДПС не хватит. И вот смотри, да, до берси вот минута, ну, да. Ну типа мы 5 хилов стоим, уже, да, мы уберем одного хила и поставим третьего танка. А какой есть у нас сейф сейчас? Какой у нас танк? Не надо сейчас сейвов никаких. Какой у нас есть танк, который агро набирает нормально? Вот просто, по приколу. Есть у нас такой вообще? А у Бурибая нету случайно на хукмастере танка спека? А Бурибай здесь есть. Да я могу на Лингрена зайти. Если вы хотите, я на работе сейчас, на мобильном сижу. Надо попробовать нам с тобой. Виланш, у тебя ДД какой-то шмот есть? Просто у меня, ну кроме кружки, нихуя нету. И то я больше набираю. Ну, если бы... Ну, это чисто и закрыто. Если мне какой-то шмот, надо фармить вторую триню, нахуй. Чтобы больше агра было. Потому что выхода другого нету, блядь. И Лингрен тоже, вот сейчас, ну, давай заходи, давай попробуем. Ну, я не знаю, давай попробуем, просто, ну, чтобы там, ну, хотя бы вот этой хуйни. Попробуем, да, пусть Леха зайдет в 3 танка и в 4 хила. Ну, оно, конечно... А у нас кира не будет. Оно, конечно, понятно, что ДПС у нас не будет. То есть, грубо говоря, мы не проходим по ДПС. Вот Гидроса мы проходим по ДПС, там чисто позиционка. У нас шаман последний уходит. Ну, гер не будет. Да и похуй, ну и ро тогда, нахуй, хули. Че там, 37 минут? Ну я не знаю, есть смысл сейчас, нет? Какой смысл?
Или холидринка в танк, она. Ну, еще несколько травов. Осень неделя. Сильно рейдили. Нам нужно отдохнуть. Здесь тебя так не слышно. Мы не отдыхаем, нахуй. Ты чё, блядь? Этот, слышите, чё, давайте после этого. Чё, будем траить, нет? Я спать пойду. Будем. 30 минут. Ладно, в пизду, короче. У нас минус 2 получается. Есть кого добрать? Нет, спасибо. Вот, нет. Короче, уже это есть люди в кару оп без КДМ, надо приступерчил утонуть. Да, и на флекс не пойдем. Да, есть. Заканыча нету КДМ, не перчатки надо. Я могу тоже на танка посмотреть на перцовкой. Пошли, посмотрите, сейчас мы уже сгоняем. Все, куда? Все, это все.